мы рады вам. Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев. Окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Ушел мяч к сопернику. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Без мяча они остались. Поточнее. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Ушел мяч к сопернику. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Без мяча они остались. Поточнее бы сыграть сейчас. Мы рады вам. Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев. Окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Ушел мяч к сопернику. Надо было поскорее отобрать мяч, и им это удалось. Без мяча они остались. Поточнее. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Ушел мяч к сопернику. Надо было поскорее отобрать мяч, и им это удалось. Без мяча они остались. Поточнее бы сыграть сейчас. Мы рады вам. Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев. Мне кажется, под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Ушел мяч к сопернику. Надо было поскорее отобрать мяч, и им это удалось. Без мяча они остались. Поточнее. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Ушел мяч к сопернику.
Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Без мяча они остались.